Все. На сцену приглашается Энди Дарлинг. У нас в гостях. Мы споем несколько песен. Она участница песни на ТНТ. Сейчас засмущаем, но не будем, да, смотреть туда, как она выходит. Вот. Сейчас мы будем петь песню. Называется «Просто танцевать». Да-да, я вот та причина. Обычно, когда у нас совместные посты, люди отписываются от тебя. Вот, я та причина. Вживую. Чё там? Ладно, давайте уже начнем. Я когда нервничаю, много разговариваю. Очень мне страшно заслышать ночью с пространства пять лет. Я мама и папа, а ответьте, куда бы я как должна, чтобы найти себя? Ну, я рву, лагаю изнутри. Я Все, что я хочу, просто танцевать. Запуталась совсем, запуталась опять. И все, что я хочу, просто танцевать. Жизнь проходит, а я иду в кровать. А я иду в кровать. Я иду в кровать. Спасибо тебе огромное, что ты пригласил меня сегодня. Я не могу смотреть на тебя, когда бегу. Можешь поплевать на меня, что уж там. Ну, больше перформанс, чем песня, да? Что-что? Перформанс получился такой. Перформанс, да. У меня сплошная жизнь перформанс. Давай поговорим, как мы познакомились. Давай расскажем людям. Ты очень мало говорил на сцене. Очень мало, да. Да. Поэтому вот как мы познакомились? В интернете. У тебя тоже канал есть? Ну, да. Вот, когда-то я смотрел ее ролики. Ну, хотя их не так много было, там 5 штук, что ли, 10? Да меньше, мне кажется, 2. Вот. Я у тебя было закончила. Видео, короче, под названием 13 или 11 песен за 8. За 3 минуты. А, за 3 минуты, вот. И тогда эта тема была популярной. Было после много меня. Роликов. Но ты начинал. И я решил сделать, типа, 25 песен за 8 минут. Да. Он решил просто сделать больше. Больше, перебить. Но он сделал немножко лучше, и у меня YouTube-карьера после этого видео закончилась. В принципе, я решила, уж что там, в принципе. Уехать в Америку, чтобы здесь, да, это потому что Раиль просто затмил меня на YouTube.